научный мир Василий Разживин пришел, когда учился на втором курсе магистратуры. Сейчас он учится в аспирантуре Самарского университета. Изучает втяжку листовых заготовок, построение кривых предельных деформационных возможностей материалов, а также изотропию свойств металлов. Начинал я с работы в НИЛ-37, должность старшего лаборанта. Тема моего исследования в рамках гранта «Умник» — это разработка проекта комплекса инкрементальной формовки на основе платформы Стюарта с использованием вспомогательного контрмеханизма. Инкрементальная формовка — это процесс локального деформирования листового материала сферическим пуансоном, который движется по заданной нами траектории. С помощью такой формовки, а она возможна только при мелкосерийном либо штучном производстве, можно сделать абсолютно все — от медицинских протезов, челюстно-лицевых имплантов и частей черепа до деталей ракетно-космической техники. Для меня это прежде всего способ саморазвития и самореализации. То есть, когда человек занимается наукой, изучает специальную техническую литературу, проводит эксперименты, его кругозор расширяется, человек начинает мыслить системно, более структурированно. По словам Василия Разживина, в науке его привлекает то, что здесь нет отрицательных результатов. Есть просто задачи, которые необходимо выполнить. Михаил Ермоленко, Виктория Шарая, «События». Поехали!